воды нет горячей, нам ее просто перекрыли. Так коммунальщики решили другую проблему, рассказывают жильцы. Говорят, уже больше недели в доме стоит ужасный гул, вибрируют трубы горячего водоснабжения. Трубы гудят отвратительно, шум настолько, что вибрация идет у меня по трубам, по моим квартирным, которые я устанавливала за свой счет. И я боюсь, что у меня их сорвет просто от этого гула, от этой вибрации. Мне приходится картонку подкладывать, чтобы у меня просто не дребезжали они. По словам жильцов, сотрудники аварийной службы не придумали ничего лучше, чем просто отключить горячую воду. И это как раз тогда, когда на улице резко похолодало. Трубы они гудят, плюс еще ходят ходуном, бьются об стену, да, даже доходят до вот этого состояния. То есть они трясутся, мы боимся, что если они рванут, трубы очень старые, не все у нас жители поменяли за свой счет стояк. Вот, мы боимся, что нас просто затопит ночью. Они не могут найти причину. Кроме того, в доме масса других проблем. В подъезде обшарпанные стены, крыша течет, ступеньки на первом этаже рассыпаются, а полы в общих коридорах давно сгнили. Мы на 9-м этаже живем, крыша протекает. И в квартиру, и в общий коридор у нас коридорная система. Вот, в подъезде не убирается. Приходит, ведро поставила и пошла. Стены грязные, подъезды грязные, площадки грязные, мусор везде все. Тут вот в Новую Самару нас агитировали, мы вам сделаем и ремонт, и в первую очередь крышу сделаем. Вот, ну до сих пор ничего не делается. По словам жильцов, дома почти 40 лет, но капитального ремонта, да и текущего, здесь не было много лет. Люди пытаются своими силами содержать дом в порядке, но ни сил, ни средств не хватает, учитывая, что собственники регулярно платят управляющей компании за содержание дома. Когда вот мы поступили в Новую Самару, управляющей компании, вот, они нам много, конечно, пообещали. Но дело в том, что у нас только очень много детей. Лифт у нас в аварийном состоянии. Мы бесконечно вызываем, застревает у нас. Вот. Потом у нас вообще пол сгнил. Мы неоднократно им писали, чтобы они у нас хотя бы сделали косметический ремонт. Вот. Там провода у нас висят. Жители устали от такого отношения и надеются, что сотрудники обслуживающей организации вспомнят о своих обязанностях и решат все эти вопросы. Екатерина Алексеева, Дмитрий Лукин, СТВ. We'll be right back.